условиям. Третья была команде, которая сумела совладать с этими условиями и заняла первое место. Значит, результат 10 очков. Второе упражнение выиграла команда «Интеллектуал Капитан». Второе место команда «Покоритель неба» Капитан Травкин. 5 очков, то есть почти в 10 раз ниже. Третье место команда «Подъемные силы» Капитан Сидоров. 30 очков. И четвертое место по-прежнему команда «Интеравия» Капитан. Советую не, как бы сказать, терять бодрости духа. Вы были лучшими в прошлом году в этом упражнении. Ну, не всегда удается побеждать. В следующий раз вы покажете лучший результат и тоже будете победителем. Вот. Теперь по сути упражнений на наборе. Первое место. Четвертое место заняла команда «Интеравия», капитан Кузин. Выходи. Ей получается за мужество в борьбе. Ну, будет выдана и грамота, но это не сейчас. Для этого требуется время на заполнение. Вот. Третье место заняла команда «Подъемная сила», капитан Сидоров. Результатом 448 очков. Второе место заняла команда «Покорители неба», капитан Травкин, 523 очка. И с огромным отрывом, значит, лишив остальных каких-либо надежд, победила команда «Школа интеллектуал», капитан Кондратьев, с результатом 922 очка. При этом команда побила свой собственный и общий рекорд наших соревнований, получив в сумме 522 очка. На Кубке Москвы в прошлом году лучший результат был 512, по-моему, очков. Так что вот мы теперь будем равняться на ваш результат. Ой, а к синей машине? А ты слад рубери, загораживаешь. Все, флаг достает сегодня. Поднимите руки так на голову, ребята. Да, вот, вот так, реально. Ура! 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 Вторая фиеста рождественская состоялась. Ура! Ура! Дети ни при чем! Вы снимаете, как они улетают? А на какую высоту они поднимутся-то? Ну, не знаю. Скорее всего, лопнут. Красиво. Сейчас не метров на 50? Нет, что ты, 50 метров это дом. А сколько сейчас они, на какой высоте? Большой. Сейчас какое ружье строят. Угу. А они лопнут. А может сюда сейчас калашников принести прицельно так? Они очень напоминают мне... Старуха Шупакля. Журавлиный клин. Они полетели на юг. А представляете, через недельку находим мы во дворе такую резины такой. Нет, просто осенью они прилетят назад вместе с журавлями. Видишь, это похоже на журавлиный клин. Вам хватит. Ну конечно, обедать.
Вы тут без нас будете шар запускать, а мы обед пойдем. Он не грушеобразный, он круглый. Вот это самая простая форма, которую вы можете сделать. Это просто мясо. Где шишки? Шаровидное море. Ага. А вы,